Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами откроем святую книгу на послании Павла к Титу, на главе 2. Там он просто пропел песню. У Павла, кстати, есть много песен о том, как единому Богу, которого никто из человека не видел, видеть не может, честь и слава во веки веков, аминь, там и много другое. Вот тут песня богоявленская, если желаете, так ее назовем. Пишет: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это сплошной текст, который как бы трудно расчленять, но мы с Божьей помощью какие-то вещи вырвем из него для большего осознания. Во-первых, явилась благодать Божия, спасительная всем человекам. Евангелие для всех. Слышали ангельскую песню, которую пропели над полем пастухов небесные жители? «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение». И пастухам было сказано: «Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям». Это о рождении Иисуса от Девы Марии. И вот здесь тоже Павел говорит, что явилась благодать Божия, спасительная всем человекам. Явилась благодать. Дорогие братья и сестры, это означает, что без этой помощи свыше человек абсолютно бездарен, что ли, да, не способен к благому изменению, и это не житель неба. Вот сегодня человек – это человек, смотрящий существо в небо и мыслящий о вечной жизни, и носящий в груди это непрекращаемое желание жить всегда и жить блаженно. Это благодать. Там, где мы видим целомудрие, там мы должны знать, что там за ним действует благодать. Там, где видим милосердие, там должны знать, что там побуждающее действие – это Дух Святой, возбуждающий желание помочь, защитить, пожалеть, поделиться. Там, где мы видим какой-то подвиг человеческий, такое усиленное, такое стремление к праведности, даже вопреки угрозе там, жизни или здоровью, там, где мы видим некое такое самораспятие, там за этим спрячется благодать. То есть все доброе, что существует в мире, это благодать. Это не от меня. Это я делаю, но побуждает меня к этому благодать и помогает мне божественный дар, дар Духа Святого, который движет руки мои, движет мысли мои, движет глаза мои, движет устами моими. Приписать добрые дела себе – это сатанизм. Вот как хотите называйте, а именно желание утвердиться собою на себе, сделаться автономным от всего и наслаждаться своей, так сказать, законченной самостью. Вот я, дескать, некая монада, и не трожьте меня. Я сам все могу, сам все умею, сам все сделаю. Это пелагианство в крайнем виде, если говорить языками ересей. А в принципе это сатанизм, ибо этого хочет лукавый. Не зависеть от Бога, принимать поклонение себе и быть хорошим без благодати. Так, кстати, говорили о Льве Толстом. Это безблагодатный святой. Он все хотел делать, все хотел уметь, но не хотел Богу поклониться и признать свою зависимость от Него. Поэтому это очень важные слова. Явилась благодать Божия, которая может сделать глупого умным, трусливого смелым, расхлябанного дисциплинированным, развратного целомудренным. Явилась эта благодать, спасительная всем человеком. И вот что она делает. Явившаяся благодать научает нас, чтобы мы отвергли нечестие, то есть веру истинную водворили на место многочисленных заблуждений. Например, чтобы мы не к гадалкам бегали, а молились Богу, да будет воля Твоя. Например, чтобы не в гороскопах искали ответы на будущее, а чтобы мы чистой совестью прозревали будущее, исходя из себя самих, как Господь сказал: «Лицо неба различать умеете, по самих себе не умеете разве судить?» То есть, если ты угадываешь прогноз погоды, значит, ты можешь предчувствовать будущее. Это правда, это Евангелие. Поэтому нужно отвергнуть нечестие и мирские похоти. Здесь не нужно объяснять. Мирские похоти. И благочестиво и праведно жить в нынешнем веке. Праведно и благочестиво. Ожидая, то есть мы живем в ожидании. То есть наша жизнь проходит под знаком
ожидания. Залы ожидания – это особенные места. В аэропорту, на вокзале, в больнице, когда оперируют родного тебе человека, а ты в комнате ожидания ходишь, как лев по клетке, с угла в угол, как бы, и ждешь, когда доктор выйдет, снимет маску и скажет, все в порядке. То есть ожидание. Мы живем, то есть под знаком ожидания. Чего же мы ждем? Мы ожидаем блаженного упования надежды нашей, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от беззаконий и сделать себя народ избранный, ревностный к добрым делам. Это вообще величайший текст, его стоит заучить наизусть, как и многое другое. И заученный наизусть текст Священного Писания будет царственно жить в твоем сознании, вытесняя на периферию всякую мутную грязь и всякая ненужность. Вторая глава послания к Титу. Явилась благодать Божия. Запоминайте. До свидания.